На днях спортивного конозаводства выступал родственник экватора, жеребец по кличке Искуриал. Той же самой линии Илькуша. Это таким образом наш следующий участник приветствует зрителей. Ну, кажется, он уже освоился, всех поприветствовал, со всеми пообщался. Осталось только выступить теперь достойно. Дорогие друзья, я напоминаю, что выставка «Конная Россия» проходит при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. И в течение всех трех дней выставки в нашей торговой галерее в фойе на входе в Гранд Манеж работает стенд в НИКа, где, кстати говоря, принимается биоматериал для исследований. Коневладельцам на заметку.